Так. Дай-ка мне штучку. Что такое? Ой. Папа, ой, что папа. Такое? Что? Ой, он тебя там купается. Да. Ага. Ой, девочка моя. Тут обуди. Этот чайник не видел он? Блин, когда просто на раковину ты сделаешь? Раковину вон ту. Че? А, нет, вот это. О, ванную давай мне. Нет, вот эту. Так, сейчас это в другой сторону. Давай пока это отложим. А где тут? Папа, моя мама.
девочка, девочка, какой девочка быть? Какой девочка? Вот. Алло. Алло. Папа, это Таня, папа. Алло. Да, привет. Да. Да. А, она в душе. Ага. Ага, спасибо, спасибо, давай. Это Толя, папа. Ага. Это Толя, папочка. Это Толя. Папа, это Толя, папа. Таня звонила. Таня? Да. Она дочь. Леночка, а где еще вот такая штучка должна быть? Вот такой. Не видишь? Где-то он должен быть. Давай найдем с тобой. Суренка, пристань. Пепка мой. Ты привстань, Ленка. Вот она, Леночка. Где? Инка Пепка, моги путеть. Дочь.
папа, ты хочешь, папа? И будем дать нам нами и синим пепким. Нами отдельно. И папа, нами килопатиками. Папа. Папа, у нами китай купаться. Папа, нами китай купаться, папа. Наня Кита Пача, папа. Наня Кита Моч Пача. И у Нани Ученна, папа. Нани Ученна. Наня Кой-Кой, папочка. И Наня Кой-Кой, папа. Папа, я хочу и кек, и точку. И папа, и Динку Пепку Акова. Динка Пепка. Синка пятка, где пять? Так, проиграй еще раз. Ленка, занята, не можешь слушать поздравления, да? Нет. Совсем времени нет. У меня не акачки. У меня не акачки, это не муку. Не тот нам, мама, папа, у меня акачки, у меня акачки, это не муку. А где мы? Алло, это не муку. У меня не акачки. Это ножки. Это ножки. Это ножки, а мочки. Валя, где у тебя этот нож там или что-то? Пеликан. Пеликан? Нет, посмотри, какой хороший. Господи, какой он хороший. Это что? Это рюкзачок, Ульян. Посмотри, это тебе новый рюкзачок. Ну-ка, давай-ка оденем. Наденем. На меня Катька новая. Ой, это что тебе подарил? Да. Оля, Макс, Аня и Егорка. Да? Нравится тебе рюкзачок? Да. Мамочка, это какой? Какой он красивый, я себе такой хочу. Нет, это где маленькая? Я маленькая слишком для него. Мне кажется, я для него слишком большая. Такой классный рюкзак, вообще суперский просто. Вот он как раз небольшой, мы там будем носить тетрадку Ире. Да, как раз уместится тетрадка для занятий. Ульянка, как он хорошенький. Мама, нет, не так. Ну, спасибо-то надо сказать, Ульян. Вот это. Не, ну вот подожди, вот подойди сюда на секунду, Ульян. Что, заныкало? Да. Да, мамочка, как пач? Как пач? Спать лёжа? Да. Мама, пойди тут нам. Вот где? Папа, вот да, папа. Ульяночка, подожди, сейчас все будет. Ладно. Ульянка, давай пока возьмем у тебя интервью. Сколько тебе лет исполнилось? Четыре. Четыре. Четыре годика тебе уже.
Ну, практически. Вот, вот так вот. Нет, 5 будет у тебя в следующем году. Что тебе подарили? Показывай. Что тебе подарили? Лего? Лего и Тинку Пепку. А где Тинка Пепка? Вот там. Ну, показывай. Она спит? Да. Свинка Пепка! Не проснулась? Даже я имел в виду Джо Дассен, а не Рик и Повеля. Давайте, у нас не очень много времени, потому что... Ульянка? Да. Это дяденька! Ура! И Владик! Ура! С днем рождения, Ульянка! Все свечки задула. Смотри, кто тут к тебе пришел. Свинка Пепка. Свинка Пепка. А это смотри, кто. Тач. Это Джордж. А это кто? Это ее подружки. Помнишь, у нее такие подружки были? Зебра, котик и... И Люля. Люля она сама. Не, Люля это баранина. А, это нет, хамон. Это не баранина. Нет, барашки с этого чего-то нету. Так, ну ладно, давай, давай, прячь свою аппаратуру, давай. Да, мне. Да, Диана пала, я Диана пала. Хм. На не Диана. Валь, давай, это самое, режь торт. Татьяна пала. Так, какие-то нам нужны тарелочки, наверное, да? Татьяна пала. Татьяна пала. Татьяна пала. Татьяна пала. Татьяна пала. Слушай, Ленка, мама тортик тебе испекла. Испекла, всю ночь пекла, старалась. Ну, давай, Ульяне, как надо с клубничкой вот этот отрезать. Не буду шутить на камеру. Или, может быть, просто тупо вот так клубничку переложить, а то он слишком какой-то большой. Ленка, клубничку будешь? Буду. Неужели свершилось? Ребенок начал есть ягоды. Сейчас я давайте вот этот большой с земляникой и с клубникой. Давай еще и клубничку сверху тебе положим. Опа! Вот это да, вот это торт. Я подвинь себе стакан поближе. Кучечка. Кусничка. Один пала, один пала. А кто лягушка, кто... Я лягушка, ты кто? Лягушка, ну я не сомневался. Ульянка, с днем рождения. Ну, стойте, подождите, мать-то. День рождения, Ульянка! Что я знала? Не надо. Будем вас засовывать, потому что только что всю горку трогала. Пинка, ой, Пинка, Пинка, идем спать. Тоже дома буду спать, она не, но не будет спать, буду. Свинка Пепка будет спать? Будет дома. Мама дома. А, в новом домике своем? Да. Точно. Мы сейчас придем, и ты будешь свинку Пепку укладывать спать в новом доме. Я детку новую. Ой, один. Отходи, ты что ты встал-то? Моя хочется. Моя вот так и... Здесь. Молока делаю. Буду здесь. Молока делаю.
разбуди. Олен, бабочка, смотри. Бабочка полетела. Где? Вон, летит бабочка, видишь? Ой, Догону. Видела бабочку? Да, догону бабочку. Догону. Хочешь что? Да. Люди, и Акашка будет помала. И Акашка уже не будет вот так смотреть. Один, Акашка будет вот так. Он рано оттакивает. И один не будет. К Лене, хорошо? Мы с тобой съедем в церковь и поедем к Лене сразу после этого. Нет, она не дома. Лена должна. Лена не может прийти, у нас лифт не работает. Она не сможет подняться. Пока нас лифт не запустят, Лена к нам в гости не приедет, к сожалению. Ей будет слишком тяжело забираться. Топ, мам, и кука чуть-чуть, а мочи Лене. Юра чуть-чуть поможет Лене? Да. Юра, да, он может, конечно, помочь Лене немножко, но это, все-таки, наверное, не сможет он. Он, наверное, на работе сегодня. Я думаю, что мать, у Лены мама не дочь. Ты хочешь разобрать дом и привезти его к Лене, и дома у Лены собрать? Да. Ого, вот это план. Ничего себе. И будет пап, и дома, и дом вот так. Ты хочешь с Леной играть в дом? Да. Лена так в дом играет, что мне самой хочется играть в дом. И мам. Да мне не там динку пяк можно. Там такие игры. И мама. Ролевые. И мама, он не динку. И мама, она мне не динку пяку. Он не динку пяку. Да, кстати, мама сказала тут недавно, что диалоги, конечно, не трешовые, но нарисованы очень мило. Мама обратилась. И мама, ты это, мама. Да мне не то. Елена Сергеевна. Еще вот Аркадия Провозова. Все задуло. Молодец. Ура. Ну что, тебе надо тортик есть? Вынимай, давай на салфетку клади. Да, лади сюда. Так, и какие... Один! Блин, бочка! Один! Это день рождения поставили? Да, это же ее подружки, там же свинка Пеппа и подружки. Ой, так, вот так, а тут... Все, Ульяночка, давай только последний раз, ладно? А то уже надо, хочется поесть как-то тут. Отдельная пола. Тихо, ты камеру только не подожди. Она, конечно, для диких условий. Так, отдельная пола. И дочь. Тихо, аккуратно. Ай, садись. Отдельная пола. Мама. Днем рождения тебя. Днем рождения. Я волосы. Волосы.
Во как! Молодец! Молодец! Давай обратно их на... Расти большая. Давай, снимай. Держи. Там у тебя листок. Какие турки? Воски. А Катя? Еще водички? Да. Эти. Так. А вот это другая водичка. А, ты просто хочешь водички попить? Пять. Нет, не хватай всю, вот так, во. А ты вот так. Сейчас ты, ну, не прав. Не три. Три у тебя было вчера, а сегодня тебе уже... Четыре. Четыре, молодец. Да, не буду. Сейчас ты не будешь? Больше не будешь? Надоели тебе, да, с своими вопросами? Да. Четыре. А где точка? И вот так. Кто где? Точка вот так. Кто еще? Точка. Какая щетка? А, щетка была где-то. Где? Ну, вот я ее видела сегодня. Ну, а какой она еще? Плевала, что ли? Да, да и блега есть маленькая такая. Вот такая расческа, Ульяна, можешь причесаться. Она хочет всех причесать, что ли? Наверное, да, пора будить и причесывать. Слушай, ну где щетка-то была? Быстро? Нет! Да, как мама тебя будет? Я гляну тук-тук. Тук-тук? Ну как мама, как я тебя буду? Что я делаю? Буди Пеппу. Пеппу, девочку и точку. И тетю. Одеть! Ну это казармы. Встать. Они спать. Не дать. Сейчас ты спят, да? Не дать. Помочь. Не встают. Не дают. Нужно... Спят и не встают. Иди колобать. Нужно дать. Светит солнышко с утра. Детский. Вот расческа. На книжке лежит. Вон. Троллейбусы в транспорте вот так перед тобой все. Ну, второй, да, вот когда на одно плечо сумку носишь, ну, ты сам. Да. Я вообще сейчас прямо все с рюкзаком ходить. Ну, я тоже хожу с рюкзаком висеть. Ну все, Ульяна, иди, давай с тобой поцелуемся. Да. Давай. Еще раз я с днем рождения. Расти большая, слушайся. Ну. Да-да. Ау. А ой, я, ты, это ты, нет, это мамин, ты мне дала, вот я сюда положила, у меня сумка-то моя там. Это не маме, маме не будет. А, нет, еще вот какой-то, вот тот ваш, наверное. Нет, это Тоня. Вот, Ульян мой. А, это дала. Ты Тоню приготовила, когда, чтобы не забыть, да. Когда мы поедем, я поняла. И это маме. А это маме, это спасибо. Маме и папе дала, да? Да. Всех угостила, умница. Молодец. Когда за игрушки за свои, а так там делится. Да, Ульянка, ты делишься. Ты ну все, пока, есть. Давай, еще раз тебя с праздником. Давай, я отправлюсь. Еще раз с днем рождения. Спасибо, Иван. Все, пока. Открывай себе. Давайте. Ульянка, давай открывай дверь. Ульянка, это дверь. Пока-пока. Пока-пока. Ну, отвлекись от своего Барбиса. То есть, это как он? Барби. Барби. Все на одно лицо. На два отпали. Да. Тетя мать. Тетя мать. Лиц сломался, да. Лиц сломался, да. Теперь зато новый будет уже скоро. Новый.
Вот там новый. Новый лифт уже стоит. Ну ладно, позвоните Светлине, скажите ей приятно, а то на бедле там да, так вот, да, мне да. Столько внуков, столько племянников, и никто не это сам не звонит. Слышь, пап? Ну все, пока. Давайте закрывайся. Все, все пока. Спасибо большое. Валь, ты может отвлечешься, мам проходит? Дина, Пала, Дина, Пала. Спасибо. Все. Ульянка, все, пока. Пока. Давай, пока. Ульянка, а что у тебя сегодня за праздник? А Ульянка? Что празднуем сегодня? Мама, папа, у нас и мальчика. Мама, папа, дома Ульяна, Коля. Ульяна маленькая, папа с мамой думает, что Ульяна большая. У тебя день рождения? Да. А сколько тебе лет исполнилось? 3 кота. Не 3, котик. 4. Она сказала 3 года, то есть такая упрощенная, короткая версия. Это маме. Маме у меня не качпучим. Свинку Пеппу, папа. Сюжетный сериал о пробуждении свинки Пеппы. Хочет свинку Пеппу. Вот, свинка Пеппа у нас не просыпалась. И поехали за коровой. Потому что корова очень громко мычит. Привезли мы корову. Как корова делает? Ну ты это тихо, как-то свинка Пеппа даже не пошевелилась. Даже пятачком так, знаешь, не поводил он. Ну чего? Так еще раз. Ну, предположим. Свинка Пеппа спит. Вообще не просыпается. Думает, кого еще? Давай привезем овечку. Поехали за овечкой. Привозят овечку. Как овечка делает? Мика. Как, простите? Мика. 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 Мика, а не бе. Нет? Пе. Пе. Ну, свинка не просыпается. Не просыпается. Овечка подошла вместе с коровой. И они вдвоем. Давай вдвоем. Бе. Не просыпается. Что же делать? Поехали за собакой. За собакой. За кем поедем? Лиси. Лися. Нет, сначала за лисой. А сейчас за лисой поедем? Привезли мы лису. Лису и собаку. И лису, и собаку. Как лиса-то делает? Мика. Лиса делает фр-фр-фр-фр-фр-фр-фр-фр. Собака подошла. Как собака чуть-чуть? Что собака делала? Ас-ас. Не просыпается. Подошла лиса. Что лиса делает? Ну, предположим. Не просыпается. Привезем мы кошку. Взяли кошку. А ты черная кошка. Черная кошка. Дай, папа. Как кошка делает? Дай кошку, папа. А, кошка не дает. Не просыпается песенка Пеппа. Ну уж думали, кого, что делать. Вспомнили, что птичка маленькая у нас есть. Привезли мы маленькую птичку, цыпленок. Как цыпленок делает? Пи-пи-пи. А! И в этот момент свинка Пеппа пошевелила пятачком.
Тинчик еще раз сказал. Пи-пи-пи. Свинка Пепка пошевелила левым ушком. Вот этим. Вот этим ушком пошевелила. Еще раз. Пи-пи-пи. Свинка Пепка пошевелила правым ушком. И проснулась. Нет, и пать. Все равно и пать. Ну и пати, что и пати делать, а? Так будить будем, бабочка. Так мы уже он всю отару привезли. Этот, люляшечку, гамбургер и этих двух. Ну будить будем. Как будить-то будем? Да не там. Будить-то мать, а? Будить будет Ульяна. Ульяна будет будить. Не Ульяна будить. Будить, Батя, иди, может быть, все-таки Ульянка разбудит Свинку Пепку? Ульяна, Ульяна не та. Да будить будет. Пап, да будить будет. Ну, давай, пускай Ульянка разбудит. Ульянка не разбудит. Ульянка, давай будить Пепку. Съем. Спасибо, Леночка. Ну что, все, давай будить по Свинку Пепу, да. А то он все веселье пропустит. Да. И тут пришла Ульянка. Ульянка постучала в дверь. Нет, это кто-то. Вот. И Свинка Пепка открыла глазки. Папа, ну будить будет. Будить будет Дося. И Свинка Пепка проснулась. Нет, я куда спала. Топачнула. Так, ну походу у нас этот хамон проснется уже только какой-нибудь 300-й серии, поэтому мама, да. Карта памяти у меня заканчивается. Да. Все жили весело и счастливо. Я с духом. Давай, давай, шуми! Свинка! Будить, мальчик. Мальчик. О, папа! Иди, мальчик. Папа! Папа! Нами, иди, мальчика. Папа! Нами, это два мальчика? Да! Папа! Папа! Папа, где мальчик у Нанити? Папа! Мама! Угу. Найди, мама, где мальчик? Это два мальчика одинаковых, они близнецы. Да, как сегодня на горке были два мальчика одинаковых. Близнецы. Это когда братик с... или братик-сестричка, или два братика, или две сестрички. Где мама? Не приехал. Коля с работы. У меня, конечно, была мысль. Опа! Все. Такие это случилось. Ура! Но остались еще целые. Да ничего себе, вдвоем. Сейчас пока мы остальные не пошли. Держи. Второй держи. Да, не связывай, мама. С днем рождения! С днем рождения! Это пап, плач! Это деда мой! Это у нас! Я подумала, что хоть кому-то надо осуществить эту идею. Это хоть кому-то просто приехать. Деда, это Оля! Вау! Вот!
Так, Ульянка, давай-ка отнесем шарики туда и поставим их. Ой, поставим. Куда-нибудь их прикрепим, чтобы они у нас не развалились. Не полопались, вернее сказать. Сейчас я найду свои. Ну вы даете вообще. Смотри, это Тёля. Это тётка. Можно его быстро сейчас мы разогреем еду, его накормим, потому что я решила, что у меня нет времени его кормить. Он просто сидит. А вот есть тапочки. Мне просто как-то мои носки не были готовы к походу. Тёпака, мама. Можно мне? Пожалуйста, вот здесь. Клянусь, одна пара тапочек. Извиняюсь. С тапочками всегда напряг. Ой, давай, Тимка, давай шарики, они связаны вместе. Ульян, не знаю, чтобы не разлетелись, наверное. Егорка, какой ты сладкий мальчик. Ты же мальчик расходится. Она девочка, она не девочка. Ульяна, она девочка, очень красивая. Она не одена, она не одена, она не одена. Подержать, стоять должен. Стоять, Зорька. Он сейчас будет стрематься, мне кажется. Егор, давай сандалии тебе одевать. Какой Ульяна Зунсик. Какая ты сегодня красивая. Я вот так. Ой, какая неболяшка, замечательно. Ну, что, давай сандалии подсветить. Ой. Ой, смотри, Егор, какая неваляшка Ульяна тебе показывает. А гаджеты мелкие надо. Давай. Молодец, аргументы нашел. Молодец, аргументы нашел. Что говоришь? Аргументы нашел. Да, аргументы нашел. А я смотрю фотку, блин, советские костры там они жгут все целый день. Я так думаю, наверное, ты присылаешь фотку в реальном времени. С лестничком не подумаешь. Я же не просто так попросила фотку. Да. Откуда фотку я пришлю? Не, а Валя мне написал. Или собирался? Нет, конечно. Я такая думаю, понятно. Ты догадалась, что ли? Ну, я предположила, да, что, наверное... Ну, потому что ты уже знаешь. Ну, это традиция. Да. Да. Валь, ну ты как этот самый. Сандал, я тоже красивый. А Колька? Ну, отдай. Аня на машине. Так и Оля сейчас будет на машине или Коля без машины? Не, Коля без машины. На мотоцикле. Папа. Я не должна была, да? А где? Вроде, наверное, нет. Нет, пап, мама, мам, поди. Сейчас пойдем, давай я как-то проводим людей. Ну, сами зашли, сами уйдем. Нет, а вот так. Это мне? Оле и мне. Спасибо большое. Это не Коля. Это Коля, да? Это Коля. Это Коля. Коля на нам дома. И Максимке. И Максимке даже. Добрый день. Я не дам лампочки. На, папа. Это что? Спасибо большое. Ну, давай, спасибо. У вас вообще такие хорошие. Спасибо большое за чаек. А пиво? За пиво. За пиво. Ну, давайте тогда, может, на это подумаем насчет майских, насчет вторых, да? Да. Ну, вообще-то я надеюсь, что мы поедем... Ой. Посмотри, какой у Ани. Кто это? Это крот. На, у Ленки тоже такой большой. Это котик. Это кротик, да. А, мама! Динка, пятка, это Мадин. Это не мальчик, а дети. Слушай, ну она же у вас год назад такими фразами не говорила. Ничего, никакими даже словами практически. Ты знаешь, что остальное это вопрос чисто техники. Да, техники времени. Мама, динка, пятка,
школу. В школу пошла? Да. Классно, молодец. Один. На машине? На машине причем сама. Наша крутушка. Так. Мам, Коля! Коля будет! Ой, ручки вынуть. Да, ручки надо вынуть. Ой, а Коля... Не отрыгай пальчики. Давай, я помогу тебе. Ну, все, ой, все, господи, сейчас какие страдашки. Я устал, просто устал. А ключи мама куда делала? Остались на рюкзаке? Нет. Нет. А, в кармане. Напугаешь свою эту камеру теперь. Пока. Пока. Я блогер. Пока. Я с днем рождения. Давай, мама, папа. Поднимите девочку, мама, я уже не нагнусь. Да, мама, папа, идете, идете. Давай, сейчас. Давай. Пока, спасибо большое. Вообще такие вот такой сюрприз. Так круто. Пока-пока, да, Егор. Ты рада, что поехали? Пока, ты машешь, сладость. Ты машешь, можно ручку поцеловать? Нет? Что ты хочешь? А, ты камеру... Нет, ты что-то еще... На выход пошли, все, оденься, а, пошли. А, на выход пошли, правильно. Жарко, конечно, жарко, малыш. Пока, котик. Пока-пока, Егор. Пока-пока. Пока. Такой большой ты уже. Да, котик. Вот. Не хочешь палить.